Здравствуйте, рада приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла кофейно-шоколадный капкейк. Для этого нам понадобится 3D-форма пирожное с кремом. Выглядит она вот так вот, имеет разрез. И также к ней в комплекте идет резиночка. Из основы мы будем использовать английскую основу белую с козьим молоком и прозрачную основу Англия. Также нам необходима будет отдушка. Я буду использовать отдушку швейцарский шоколад. Также буду использовать косметическое сатиновое масло, краситель коричневый пигмент жидкий. И пищевой краситель коричневый жидкий. Также нам необходимы будут несколько пипеток, палочка для перемешивания и сухой кофейный скраб. Для начала растопим небольшое количество белой основы. Теперь в растопленную белую основу мы добавляем несколько капель отдушки. Добавляем несколько капель масла. И все тщательно перемешиваем. Краситель не добавляем. Сам крем на пирожном у нас будет белым. Теперь мы берем нашу форму и берем кофейный скраб. Раскрываем формочку и в небольшом количестве посыпаем скраб вовнутрь, для того, чтобы когда мы зальем основу, скраб у нас был сверху. Берем резинку, хорошенько фиксируем форму. Основу. И теперь ждем, пока этот слой застынет. Далее мы снова растапливаем белую основу. Добавляем туда несколько капель косметического масла. Добавляем отдушку. Добавляем буквально 1-2 капли жидкого пигмента коричневого. И добавляем несколько капель пищевого красителя коричневого. Все хорошенечко перемешиваем. И параллельно добавляем туда также кофейный скраб. Добавляем небольшое количество и все хорошенько перемешиваем. Теперь берем зубочистку, процарапываем поверхность белой основы для того, чтобы эти слои хорошенько скрепились между собой. И заливаем основу. После того, как основа застыла, мы достали мыло с формочки. И вот у нас получился такой вот капкейк. Теперь завершающим этапом
у нас будет прозрачная основа, в которую мы добавляем несколько капель коричневого красителя, пигмента. Несколько капель обычного пищевого красителя, жидкого. Добавляем отдушку. И добавляем косметическое масло. И теперь все хорошенечко перемешиваем. Теперь берем пипетку. И поливаем. И ждем, пока основа хорошенько застынет. И вот у нас с вами получился такой вот шоколадно-кофейный капкейк. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!